И к новостям в нашей стране. В Балхаше открылся спортивный клуб для подростков. Здание отстроили на средства дорожной карты бизнеса. Здесь занимаются дети в возрасте 7 до 17 лет бесплатно. Для них работают 6 секций. Это бокс, вольная борьба, казах-курюсет, огус-кумалак, парусный спорт. Есть и тренажерный зал. Уже сейчас 508 желающих овладеть единоборствами и спортивными играми. На строительство здания потратили 17 миллионов 780 тысяч тенге. Это первый современный спортивный комплекс в Балхаше, где занятия ведутся бесплатно. Ходили тренера по школам, давали объявление газету, и вот сейчас до сих пор идут родители сюда, нам на этот здание, спорткомплекс, записываются все. Это были все новости.